Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Розпочинаю свою годину ефіру в межах спецефіру на хвилях радіо НВ, але також і на нашій YouTube-платформі. Саме для YouTube найбільше зараз увага, тож закликаю вас туди заходити, підписуватися на радіо НВ, ставити уподобайки нашому стріму, тому що далі ми говоримо із Романом Світаном, військовим експертом, льотчиком-інструктором та полковником запасу Збройних сил України в режимі стріму, відповідаючи насамперед на ваші запитання, шановні друзі. Насамперед, мої вітання і вам усім, і панові Роману. Добрий день. Желаю здоров'я. Отже, давайте розпочнемо з мого запитання першого. Вочевидь, зараз такий є невеличкий бум в мережі завдяки вчорашній фотографії, коли аеророзвідка українська виклала вид, як виглядає уже Токмак, що вони бачать Токмак у свої квадрокоптери. І дуже багато відповідних оцінок з'явилося, пане Романе, що так свого часу було і з Херсоном, що коли Херсон почали бачити у квадрокоптери, кілька тижнів і місто було звільнене. Чи справедливо так, такі приблизно оцінки зараз робити щодо Токмака? По поводу Токмака, скорее всего, мы будем его обходить с востока, то есть брать его в оперативное окружение, так называемое, под контроль нашей артиллерии. Потому то, что сейчас видят наша разведка, аэроразведка, это дальность где-то до 20 километров. Они залетают, естественно, видят, и, в принципе, после зачистки плацдарма в районе Работино, туда может быть подтянута наша артиллерия, которая уже начнет обрабатывать военные объекты в районе Токмака. Там у них 35-я армия расположена, ну, не армия, можно сказать так, это название, несколько бригад, но, тем не менее, расквартированы, рассредоточены, и вот армейская артиллерия как раз это для нее работа. Но чтобы достать где-то, надо расположиться в районе Работино. Потому сейчас и выполняются эти боевые задачи под этим населенным пунктом. Я думаю, где-то, может быть, полторы-две недели еще будет зачищаться этот регион под вывод туда армейской артиллерии. И дальше уже начнется обрабатывание самого военных объектов в районе Токмака. Ну а движение все будет зависеть от сил, средств, которые будут выделены, от замысла главкома, ну и, естественно, введение в бой уже стратегических резервов. Это будет заметно сразу, то есть продвижение километры в день, будет сразу понятно, что вошли в бой уже стратегические резервы. Ну а за Токмаком, я думаю, сентябрь місяць – це такий місяць Токмака, так називає. Нагадую нашим слухачам та глядачам, що ви можете писати свої запитання у стрімі на Ютубі. Отже, є і інша новина, так само з південного напрямку, той, котрий зветься Таврійським, щодо села Урожайне. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, сьогодні зранку визнала, що ЗСУ звільнили його. Ще, я так розумію, потрібно все рівно дочекатися офіційного анонсу або заяви від Генштабу, тому що Маляр – це не Генштаб, але тим не менше, можемо посилатися на неї як на офіційне джерело. Андрій Харенко, наш глядач, пише. От рашисти, в свою чергу, в своїх пабліках заявляють, хоча я раджу їх не читати, ці пабліки, звісно. Так от вони пишуть, що в боях за Урожайне ЗСУ начебто втратили багато чого. Якщо це правда, то чи вистачить нам ресурсів для того, щоб і далі просуватися до Азовського моря? Хоча мені здається, що ніколи ще росіяни не писали і не визнавали, що, наприклад, ЗСУ не втратило або малими ресурсами щось добуло. Тому це такий трішечки відголосок, я би так сказав, російської пропаганди. Але тим не менше, ну, коли є такі острахи у людей, то давайте проговоримо цю тему. Чи вистачає в нас ресурсів? От ви говорите, що ще не введені стратегічні резерви. А є ті люди, які, ну, чомусь, сидячи вдома, вирішили, що все погано. Дело в том, что любые наступательные операции, они не могут проводиться без потерь. Это без этого просто не бывает. Есть просто определенные расходные, так называемые, материалы при движении вперед, при движении в наступательных действиях. Под них попадают и те же БМП, БТР, и те же танки. То есть это, по большому счету, расходники, которые принимают на себя удар, но выполняют основную задачу, защищают экипаж, защищают десант, который уже потом выполняет боевую задачу, поставленную всему подразделению. То есть однозначно у нас будут потери. Это и есть эти расходники. Они потом восстанавливаются, то есть они выдерживают 1, 2, 3, до 5 ударов. Некоторые наши модификации, нам переданные модификации выдерживают. И дальше восстанавливаются, опять вступают в бой. Опять сохраняют жизни наших
солдат. Потому здесь ничего страшного в этом нет. И иногда российские паблики и правду пишут, да, действительно, при серьезных наступательных операциях, да, есть такие потери. Но нам их восстанавливают. Дело в том, что наши партнеры это тоже понимают. Есть определенный коэффициент вот таких вышедших из строя, вышедших из строя техники. Эти коэффициенты постоянно корректируются. Нам наши партнеры организовывают новые поставки брони. Мы это видим, постоянно идет броня. Потому здесь ничего страшного в этом смысле нет. А стратегические резервы, которые вводятся в бой, это больше имеется в виду все-таки наши солдаты, наши вооруженные силы, то есть подготовленные резервы, свежие резервы, которые не были еще в бою. У них есть определенный боевой потенциал, они могут работать определенное время, исходя из интенсивности боев. Но они будут заменять те уже части, которые были в боях, подустали, которые надо будет отводить на доформирование, на отдых. А то есть это такая ротация, которая проводится постоянно. Потому техника, ну она техника для того и надо, чтобы удерживать огонь и принимать огонь на себя. Потому ничего страшного там нет. Это бои, они ведутся и будут дальше вестись. У нас есть достаточное количество сил, средств для того, чтобы выполнить первый этап наступления, то есть выйти на Азовское побережье и зайти в Крым. Если будет принято такое решение, допустим, исходя, опять же, из замысла главкома, здесь очень много зависит именно от этих планов, которые были разработаны, согласованы и дальше воплощаются в жизнь. Наш спонсор ютуб-каналу Радіо НВ Микола Пономаренко пише, чи достатньо наявності 3-5 F-16, щоб відкликати з лінії фронту К-52. Адже для такої кількості можна знайти добровольців, пілотів F-16 у відставці та інженерів, і не треба при цьому чекати тренування наших пілотів іще рік. Ну, взагалі, до речі, питання К-52 і те, що вони отримали ракети 15-кілометрової дальності, цікавить наших глядачів, тому, я думаю, ми цю тему будемо детальніше проговорювати. Отже, пане Романе, ну так, F-16 – це тема постійна, вона вже, ми про неї говоримо рік, напевно, так точно, і наш, власне, глядач Микола Пономаренко і каже, знову ж таки, залучення ветеранів військових, інженерів, але ж тут, напевно, не питання не в цьому, питання в політичній волі щодо надання цих авіаційних платформ, правда? Так и есть. Если была политическая воля, принято, по крайней мере, решение о передаче нам F-16, они бы у нас были через неделю после принятия решения. То есть использовать наши аэродромы F-16 могут без проблем. Я уже неоднократно это говорил. Мы принимали F-16 на Миргороде по 2012 году для прикрытия Олимпиады. И в 2018 мы F-15 принимали на Староконстантинове, на этой авиабазе, на нескольких аэродромах. В режиме аэродромов подскока любой наш аэродром, на котором базируется и летает наша истребительная авиация, может быть использован для приема и выполнения боевых задач F-16. Здесь, опять же, чисто политическая воля. Могут быть и техники, то есть технически это выполняется все очень просто. Садится сначала борт типа Galaxy, то есть транспортник, он 1, 2, 3, сколько нужно для того, чтобы перебросить инженерно-технический состав и аэродромно-техническое оборудование для проведения предполетной, послеполетной, межполетной подготовки для использования F-16. После этого, как инженерно-технический состав располагается на аэродроме, уже аэродром может принимать сами самолеты, после этого летчики взлетают с базового аэродрома, садятся на аэродроме подскока, дозаправляются, может сесть и самолет-заправщик. И это было в том же Миргороде и в том же Староконстантинове. Приходил и самолет-заправщик садился на аэродроме. То есть идет боевая работа с любого аэродрома в режиме аэродрома подскока. Потому возможно, это точно. Количество самолетов, которые необходимо для выполнения боевых задач, но это не 3-5. Этого мало. Летчики в воздухе могут висеть в боевом режиме, ну, где-то около часа. А дальше идет посадка, есть разные вопросы, начиная от физиологии летчика и заканчивая топливом в подвесных топливных баках. То есть час может висеть летчик максимум в воздухе. Максимум заправок, ну, 3-4 боевых вылета в сутки, пусть 5, но это уже
уже превышение, то есть 3-4 это примерно средний налет на один самолет, даже не на летчика, а даже на один самолет. В сутки, в смену, по крайней мере, вторую смену самолет еще может, конечно, примерно то же самое сделать летчик, только уже на вторую смену не может выполнять боевые задачи. То есть 3-5 самолетов точно не хватит. Надо как минимум для выполнения боевых задач на одном направлении. Это бригада, около 40 самолетов, 3 эскадрильи по 12 самолетов, которые в определенном режиме будут выполнять боевые задачи. Там есть очень много ограничений, связанных с летным составом, с техникой, нахождением техники в воздухе, нахождением летчика в воздухе, в режимом подготовки к полету, сна, отдыха. То есть целый такой букет ограничений, который на 2-3 самолета 5 не будет распространяться на полное выполнение боевых задач. Потому где-то как минимум нужна бригада, то есть 3 эскадрильи по 12 самолетов, 36 звено, 4 самолета, звено управления, комбриг, зам комбрига по летной, зам по боевой, может быть, начальник штаба летающий. То есть вот 4 десятка самолетов. Вот они выполнят боевую задачу на одном участке фронта. Это не на весь фронт, это только на одном участке, допустим, там на Запорожском, на Херсонском, на Донецком или на Луганском. А для того, чтобы нам закрыть все 4 участка, так нам надо как минимум 3 бригады, лучше 4. То есть на каждый участок по бригаде, и тогда каждая эскадрилья, выполняя свои задачи, выполнит общую задачу прикрытия фронта. Одна эскадрилья будет заниматься радиоэлектронной борьбой, погашением систем ПВО противника и удержанием их постоянно на определенном расстоянии. Вторая эскадрилья будет с воздуха это все прикрывать от истребителей противника. А третья только будет заниматься землей или теми же вертолетами, которые подходят на предельно малых высотах. То есть это распределение ролей в эскадрилье, в бригаде по эскадрильям и в эскадрилье по звеньям. Пане Романе, от якщо говорити про гвинтокрили, то наш глядач Василь Карлович пише, чи відомі вам в історії такі випадки, коли без панування у повітрі відтак здійснювався такий широкомасштабний наступ, про який ми зараз говоримо, особливо коли російські гвинтокрили зараз отримали ракети 15-кілометрової дальності, хоча я свої 5 копійок, як то кажуть, втромлю, все ж таки це, як то сказати, це не наша проблема, точніше не так, це навпаки наша проблема, що росіяни отримали такі ракети, а в нас таких ракет немає. Це питання вже відоме щодо того, що нам давно потрібно було розробляти такі самі ракети, потрібно шукати якісь були варіанти і інакше готуватися, можливо, до війни і збільшувати це виробництво, але тим не менше. Так, росіяни отримали ці гвинтокрили і ракети до них, а в нас немає панування у повітрі. Чи відомо вам, щоб такі широкомасштабні операції були успішними? Конечно, есть очень много таких операций успешных. Это 100 лет назад Первая мировая война, окопные войны, широкомасштабные операции без авиации. И до прошлого тысячелетия, несколько тысячелетий войн, они были без авиации и успешными некоторые, это точно. Это, конечно, но не было тогда в тиньшей стороне авиации, правда? Да, в качестве сарказма это я, естественно, говорю. Конечно, не было. Не было ни одного широкомасштабного наступательного действия без превосходства в воздухе. Оно просто не может быть. Это то, что мы не даем авиации противника разгуляться, так сказать, за счет нашей системы ПВО, которую они не могут ни отследить, ни подавить. У них нет таких систем, то есть серьезных систем подавления на нашей ПВО. Потому они не используют ни самолеты в достаточном количестве на линии фронта, и вертолеты, в принципе, тоже. Да, есть у них ракеты «Вихрь-1», неплохая ракета 10-километровая, и вот «Эльмур» до 15 километров, там 14,5, по-моему, по ТТД дают эти ракеты. Но они все-таки не кардинально решают какие-то проблемы на линии фронта, так как есть механизмы, как перехватывать эти вертолеты на дальности в 15 километров. Есть механизмы на дальности в 30 километров их перехватывать. Наши группы сил спецоперации выходят, заходят на глубину 20-30 километров. Каждая группа может, пара как минимум может по одной трубе с собой нести, и две ракеты точно отминусуют этот вертолет, который идет на предельно малой высоте под лучами
наших локаторов, но тем не менее группы могут их отминусовывать, а дальше уходить, выполняя уже свою задачу согласно БР, или возвращаться обратно в рейдовом режиме, в зависимости от задачи. Поэтому, понимая это, россияне не в больших количествах используют вертолеты. Мы это видим, и то, сколько мы вертолетов отминусовываем, это где-то 1-2 три даже, может быть, борта в неделю бывает такое. Это как раз говорит о том, что неинтенсивно используются эти машины, понимая, что они будут уничтожены. До речі, якщо подивитися сьогоднішню статистику Генерального штабу, то так, там немає гелікоптерів, але я хочу сказати, що дуже хороші цифри сьогодні. Наприклад, чисто за сьогоднішній день демонструє Генеральний штаб. Там близько роти танків, 11 одиниць, 24 артсистеми, за минулу добу було знищено, 30 одиниць автотехніки і 4 одиниці спецтехніки. Ну і не забуваємо про 3 одиниці засоби протиповітряної оборони. Це таке дуже яскраве відео вчора було опубліковане нашими захисниками, як на лівобережжі Херсонщини було знищено 3 пускові установки до комплексу С-300 і ще пошкоджено 2 радари. Тобто дуже активно відбувається робота по тилах. І те, що ми от говоримо з вами вже 2 місяці, в сенсі розм'якшення оборони противника. Щодо цього, у нас є запитання від глядача Ден Скоп. Він ось що пише. Работаємо по тилам волнами, ну тобто такими хвилеподібними наскоками відбувається ось така атака росіян далеко за лінією фронту. І таким образом даємо восстанавливатися ворогу. Почому так відбувається? Мало средств или мало розвідданих? Є определенные периоди підготовки к любой атаке, начиная наземной, заканчивая воздушной. Эти периоды, они, естественно, волнообразные. То есть, допустим, подготовка, разведка, доразведка, дальше выполнение задачи, корректировка, подтверждение, опять разведка, доразведка, подтверждение, работа, корректировка. И так вот в такие волны мы их, ну, они по-другому не бывают, это технологический процесс так называемый. Потому мы и видим эти волны, то есть, и здесь ничего страшного нет, именно так. В принципе, все и работают. То есть создать постоянный поток, это значит, нужно несколько подразделений, которые разбиты будут по времени. Это, в принципе, сложно и тоже уменьшает плотность волны. А здесь очень важно для уничтожения, вернее, прохода системы ПВО большая плотность, то есть количество летательных аппаратов в одной волне, потому такие периоды мы наблюдаем. Есть, конечно, время на восстановление россиян, но, тем не менее, выполняется основная задача – уничтожение российской армии и сил, средств, которые она привела на нашу территорию. То есть это как раз задача и стоит. А освобождение территории – это уже следствие выполнения вот этой первой задачи. Размягчение войск идет однозначно, количество боеготовых подразделений падает у россиян, они уже используют и глубинные, так сказать, подразделения, вот уже и Ахмат подтянули, и с Херсонского фронта тоже сняли под Орехово вместе с Ахматом ВДВшников подтягивают, то есть они оперируют резервами, которых все меньше и меньше. То есть мы не только размягчаем линию обороны, мы еще и уничтожаем тыловые подразделения, которые можем доставать до любой точки сейчас, особенно после того, как появились и Storm Shadow, и Scalp EG, эти ракеты могут любой точке оккупированной Украины достать российское подразделение. Главное, чтобы только был определенный эффект. То есть за каждым там солдатом российским никто гоняться не будет с помощью миллиона долларовой ракеты. Но если серьезное расположение или КП, или какой-то склад, то однозначно она используется. Мы это постоянно видим. Вот недавно под Мариуполем, опять же, по Юрьевке был отминусован командный пункт вместе с полковником, начальником отдела. То есть эти процессы постоянно происходят. Есть определенный лаг по времени для того, чтобы выбить полностью систему поставки, систему управления армией противника. Они будут восстанавливаться, но скорость уничтожения намного больше скорости восстановления.
Тоді запитання щодо Керченського мосту, тому що так Служба безпеки України навіть показала сьогодні в українських соцмережах, широко розповсюджується це відео від CNN, як СБУ атакувало Керченський міст. Власне, наш глядач Гад Лорет питає, що ну, начебто зараз відсутня інформація щодо результатів минулих ударів по Керченському мосту. Чи правильно її вважати, що ця атака була неуспішною, чи ж навпаки, те, що ми і не чуємо власне інформації про це є хорошою ознакою. Ну от як ви сприймаєте те, що зараз взагалі відбувається, пане Романе, з переправами? Тому що десь так загубилося, кануло в лету і історія з автомобільними мостами. Чи це тому, що вони не використовуються? Чи якісь інші причини? Ми відпрацювали по некоторим позиціям. Допустим, той же Кримський мост, це контрозвідка СБУ Малюка, відпрацювала от цими, як вони назвали, Сі-Бейбі, бебіки такі, малюки. Морские малюки. Это их разработка именно внутренняя, чисто службы на, без привлечения каких-либо сторонних производств, то есть на внутреннем бюджетировании, на внутреннем резерве, так называемом. То есть наскребли по сусекам у себя и создали довольно-таки неплохой аппарат. Такие же есть изделия, допустим, у ГУР, Магура V5 такого уровня. Тоже мы их, по крайней мере, слышим. Работа беспилотниками воздушными, работа ракетами. Потому эта работа идет постоянно. Вопрос просто в определенных результатах. Вот здесь, да, есть. То есть удар беспилотниками надводными, бэками так называемыми, теми же СБУшными малюками. Это безэкипажные катера. Она была из-за того, что была чуть ли не в прямом эфире, и потом опять выложили съемки из самого катера и из камер наблюдения. Она показалась такой эффектной, потому что получилось это все сделать и хорошо показать. Работа беспилотников воздушных, очень сложно ее показывать, так как беспилотник воздушный, разные системы управления, не всегда у него есть видеорежим, который можно записать. Ракета, когда идет, ну ракета вообще без, естественно, видеоизображение, сама ракета, когда заходит, это только со стороны можно увидеть, но не всегда, во-первых, эти видео попадают в сети, не всегда их записывают вообще. То есть вот эти мы дымы, допустим, видели, когда заходили наши С-200. Есть успешные удары, есть пока пристрелочные удары. Вот, скорее всего, с С-200 это были пристрелочные, так называемые, удары нашими ракетами для того, чтобы посмотреть на алгоритм действий ПВО противника. Они попали, то есть они выполнили боевую задачу. Вопрос, куда и как, ну это уже история потом покажет и расскажет. Но, по крайней мере, задача разведывательно была выполнена. На этих данных, вот такой разведки боя, можно ее так даже назвать, на этих данных они будут учтены, допустим, какие-то погрешности или какие-то новооткрывшиеся механизмы. Дальше будет нанесен серьезный удар уже с выводом из строя. То есть это такая монотонная, с одной стороны, работа, она будничная работа наших войск, которые такими дальними средствами поражения пользуются. Это мы еще не все их видели. То есть у нас... Ви маєте на увазі, що не потрібно тут робити якогось великого великої реакції. Це наче знищити, я не знаю, МСТА-С десь на фронті. Ну, трішечки в більших масштабах. Там. Чи знищити той же самий С-300 трипускові, про яке я вже говорив, що відбулося вчора. А, примерно так і є. Да. Тобто, тут нічого. Це просто монотонна робота. Треба просто подождати результату цієї роботи. Друзі, я нагадую вам, що ви можете писати свої запитання у чаті до нашої трансляції на YouTube-трансляції Радіо НВ. Для цього, щоб написати запитання, вам потрібно підписатися на нашу платформу. Далі ви отримаєте так можливість писати ці запитання і долучатися до цієї бесіди із Романом Світаном. Принагідно попрошу вас підтримати нашу розмову своїми уподобайками, тому що що більше їх, то більше людей долучиться відтак до ефіру або вже згодом в записі прослухає цю розмову. От, пане Романе, ви переважно, наші от глядачі,
пишуть. Ви переважно такі доволі оптимістичні в своїх прогнозах, плюс-мінус, скажімо так, оптимістичні, хоча ви теж говорите про те, що багато але існує. Але якщо, там, наприклад, нам нададуть те, то буде те, якщо те, то те. Якщо така умова буде виконана, то буде ось такі можливості з'являться у Збройних сил України. Зараз такий тренд загалом з'являється, що військові експерти починають говорити, та й зрештою віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук, буквально вчора вона каже, що народ, забудьте про війну на 2-3 тижні, про ще щось. Війна надовго. Готуйте сани влітку, як то кажуть. І, власне, нас такого схожого плану є запитання від глядача з ніком Ukraine. Він пише, ну чому експерти не реалісти? Ну неможливо ж звільнити всі території на кордони 1991 року військовим шляхом. Чомусь от цей глядач так вирішив, що неможливо це зробити. І скільки років ще може тривати війна? Одним словом, питання щодо реалістичного погляду, пане Романе. Ну, у нас границы в 91-м году не было. Госграница у нас появилась 28-го с Россией, 28 января 2003 года. Да, демаркация, когда была проведена в моменте новости, так? Нет, демаркация до сих пор не была проведена. Да. Это был подписан договор о госгранице между Украиной и Россией. Кучма и Путин подписывали в Киеве его. Потом ратифицировали оба парламента, одной и другой страны. Потому у нас есть госграница 2003 года, еще раз повторюсь, 28 января. Демаркацию мы так ее и не провели. Демаркация это, в принципе, забить столбики называется, пограничные. Но вот я думаю, мы забьем когда-нибудь только не пограничные, а такие столбики с обозначением мины. Вот это будет, наверное, оптимальная граница с Россией. Так вот, до вот таких забития столбиков вдоль нашей госграницы у нас есть возможность выполнить эту задачу в следующем году. Потому если уже говорить об реалиях, в этом году у нас уже нет такой возможности. Если, ну, опять же, если Россия как-то удержится, завтра Путин утром встанет, пойдет на работу, забудет, как дышать и умрет. И вот, допустим, возникнет какой-то вопрос. Потому иногда обозреватели говорят «если», потому что в этом смысле много «если». Вот таких черных лебедей, так сказать. А если говорить о реалиях, допустим, в этом году у нас не будет достаточном количестве самолетов. Ракет мы, даже если получим атакамсы, то, опять же, определенное количество недостаточное для выполнения больших широкомасштабных боевых задач. Поэтому в этом году мы точно на госграницу 2003 года, если не будет черного лебедя в России, не выйдем. А вот в следующем году однозначно после получения самолетов, опять же, в достаточном количестве, потому что если дадут 5-6 самолетов, ну не о чем говорить, а если дадут нам хотя бы 3 эскадрильи, это 10, вернее 3 эскадрильи, 3 бригады, это примерно 10 эскадрильи, то есть это 120 самолетов, 3 бригады по 40 самолетов, то этого будет достаточно для того, чтобы выйти на госграницу 2003 года в следующем году, где-то ближе к осени, то есть использовать летнюю кампанию 2024 года и выйти на госграницу. Это вполне реально. Тут просто я сам летчик, я просто представляю, что такое авиация. И то, что с авиацией все увеличивается в скорости в 10 раз на порядок, с использованием достаточного количества авиации, и уменьшаются потери на тот же порядок в 10 раз. При движении по земле. Потому здесь однозначный оптимист. Ну, я, по крайней мере, оптимист. Вот только, опять же, если нам дадут достаточное количество самолетов. Нужно еще параллельно, ну, можно как-то самолеты заменить, опять же, как-то заменить, допустим, тысячами ракет типа «Атакамсов». То есть, ну, опять же, это тысячи должны быть, не десятки, вот как нам сейчас дали. Там несколько десятков одних, несколько десятков других. Атакамсов нужно 1500-2000 ракет для того, чтобы уничтожить все российские военные стационарные объекты. Это можно сделать как раз с помощью хаймерсов. Ракеты эти есть, больше 3000 штук на складах у американцев есть. Они их сейчас будут заменять на ПСМ. Это ракеты с дальностью больше 500 километров. Значит, атакамсы освободятся, так сказать, их. Можно будет как-то запросить и ими также работать. Потому есть у нас возможность выйти на 2000
на границу 2003 года, на госграницу, при вот достаточном количестве одного и другого показателя. Причем даже без объявления дополнительной там, мобилизации, подготовки сил, средств, для то есть как какого-то большой подготовки наземных средств. Достаточно авиации в этом смысле и дальних ракет. Именно такая концепция сейчас в этом тысячелетии взята на вооружение странами НАТО. То есть у них почему нет, допустим, достаточного количества стволов и боеприпасов? Да это просто не надо. Им это просто не нужно. Концепция совсем другая, наступательная концепция другая. Потому нет снарядов, нет стволов, нет даже тех же танков в достаточном количестве, и они сильно не нужны. После работы авиации, после работы дальних средств поражения, типа тех же атакамс, а еще если и ПРСМ, то есть вот работа с Россией, были бы у нас свои громы с дальностью 500 километров, то бы уже военные объекты в Москве были бы зачищены. И мы очень быстро вышли на госграницу. Потому вот такой подход, правильный, грамотный, понятный, использование личного состава для таких действий, оно очень маленькое. Ну вот сколько надо, допустим, сейчас у нас там чуть ли не миллион человек под ружьем выполняет задачи по всей территории Украины. Понятно, она размазана, это миллионная армия. А реально, что такое, допустим, полный авиационный состав? Это 200 самолетов, это всего лишь 200 летчиков. 200 самолетов, 200 летчиков выполняет ну, максимальные задачи. Только это же надо хорошие самолеты, естественно. Ну, то есть не МиГ-20. А 200 льотчиків у нас є? Ви так кажете, всього на всього 200 льотчиків. Зазвичай ви кажете, що це, напевно, найдорожче з усього, що може бути, це підготувати льотчика. Так і є. Льотний состав, звісно, дорогий. Ну, от я за свою життя, через мене, от, і сам готовив, і контролював підготовку, будучи вже і до командира ескадрильи, до замком полка. Ну, сотні льотчиків пройшло через... так сказать, мои руки, да, и под контролем. У нас достаточное количество летного состава, если будет стоять задача, то поднимутся. У нас, ну, я не знаю, у нас, наверное, больше несколько тысяч летчиков есть, которых можно привлечь для выполнения боевых задач. У нас последние 10 лет там двойной-тройной состав в полках был. У нас самолетов не хватало для того, чтобы, ну, удовлетворить все потребности летного состава в подготовке. Потому с летчиками как раз проблем нет. И Черниговское, и Харьковское летные училища, которые были еще при Советском Союзе, в 1995 году их слили в один Харьковский университет воздушных сил. Хорошие кадры и одного, и другого училища. Это лучшее училище в Советском Союзе. Черниговское, вот я его заканчивал, вообще считалось литерным, потому что первые самолеты, как только лучшие появлялись, они тут же появлялись в Черниговском летном. Естественно, потом эти Л-39 и МиГ-23, курсанты летали на МиГ-23. То есть у нас летная школа очень хорошая в Украине. Ну и сам все-таки не одну сотню человек видел, подготовил и контролировал. Украинцы хорошо летают. Вот хорошие летчики украинцы. Из украинцев получается, наверное, лучшие, я бы так сказал. Ось читаю новини, так, РБК Україна опублікувало свіже інтерв'ю із Вадимом Скібіцьким, представником ГУР Міноборони, і він говорить, що росіяни не мають зараз успіхів на Куп'янсько-Лиманському напрямку, і раніше про це говорила, власне, Анна Маляр, яка також казала, що начебто почав знижуватися потенціал ворога на цій ділянці території нашої оборони, мусимо визнати, наша оборона. Ми ще десь місяць назад тривожно говорили щодо цього напрямку, а зараз у нас вже з'являється запитання. Питання від наших глядачів. Вікторія пише: «Доброго дня, будь ласка, запитайте пана Романа з приводу перспектив Сватівського напрямку. Цікавить, чи є можливості до звільнення, ну, в цьому році, пані Вікторія питає. Хоча я розумію, що, напевно, про цей рік доречніше говорити саме про південь». Основне направлення нашого движення однозначно буде на юг, на Азовське побережжя, треба перерізати сухопутний коридор. І це вже вирішить дуже багато питань тыла наших войск. Вот что произошло в прошлом году? В прошлом году россияне, мы удерживали россиян на Донецком направлении. Там та система обороны, которая была отстроена за 8 лет, многоэшелонированная система, она удерживала буквально
от Луганской области до Мариуполя по 400 километров фронта. Она была там с несколькими эшелонами обороны, и россияне не смогли ее толком и пройти. А вот выход россиян с Крыма, удар в спину, ну то есть с тыла так называемого, именно это, именно такой выход обрушил буквально южную часть этой стены от России. Вот эта проблема. И для того, чтобы такой проблемы больше не было, она может же повториться в любой момент, нам сначала надо зачистить Крым от российского присутствия, причем любого российского присутствия. То есть россиян с оружием надо уничтожить, россиян без оружия из Крыма депортировать, чтобы у нас в тылу не осталось ни одного россиянина, который мог бы ударить в спину нашим войскам на Донбассе. Только после этого будем заниматься Донбассом. Скорее всего, направление Сватовское откроется только уже во втором этапе, после захода самолетов и захода дальних ракет. Вот если атакамсы, опять же, это если атакамсы придут в достаточном количестве, допустим, через месяц-два, на октябрь месяц, на сентябрь-октябрь месяц, то, в принципе, можно будет работать и по Сватовскому направлению. Если у нас не будет в достаточном количестве дальних средств поражения, то тогда Сватовское направление будет перенесено, движение там на следующий год, на весенне-летнюю кампанию 2024 года. Пане Романе, знаєте, я вже зустрічаю не одне запитання в чаті від наших глядачів. Ну, це традиційні страхи щодо того, що мавпи з гранатою у вигляді окупантів може зробити і Запорізької АЕС. Зараз такі запустили в паблік чергове повідомлення про те, що Путін начебто ухвалив рішення щось зробити із Запорізькою атомною електростанцією. Люди пишуть, що за АЕС сьогодні, що пишуть, що кажуть, що буде. Знаєте, мені здається, що потрібно роз'яснити. На мою думку, чисто я скажу свої міркування, ви скажете, чи я маю рацію. Це частина такої методології залякування росіян, якось взагалі відвернення уваги від того, що направду відбувається на цій ділянці, скажімо так, фронту, щоб відвернути увагу від своїх потенційних провалів, от вони починають розганяти теми із АЕС. А як гадаєте ви? Ну, це інформаційно-психологічна спецоперація, да, раз в місяць волна піднімається і далі движеться як-то, опускається, то есть такі волнообразні вброси. Ну, а если смотреть с реальной точки зрения, что надо Путину по Запорожской атомной станции? Понятно, он ее с собой не заберет. Он ее не подорвет для того, что, то есть, не подорвет в том виде, чтобы, допустим, были выбросы радиоактивных средств. Это сразу положит российский Росатом и российскую экономику. Однозначно, вообще без вариантов. Путин это прекрасно понимает. Потому по Запорожской атомной у него одна задача остается, это вывести ее на дольшее время из строя. То есть, чтобы они, эти шесть реакторов, не смогли давать электроэнергию нашей экономике. Вот, вот все, что он сможет сделать при отходе с Запорожской атомной станции. Получится у него или нет, это большой вопрос, потому что у нас есть спецслужбы, у нас есть структура, которая может отработать так станцию, что у россиян не останется времени на ее вывод из строя, такой серьезный вывод из строя. Но надо быть готовым к тому, что россияне могут повредить станцию, именно повредить систему генерации станции. Ну, то есть задача, вот, чтобы станция не генерировала электроэнергию. И тут же параллельно идет такого же информация такая же по Курской атомной станции от россиян для того, чтобы как-то отвлечь внимание или переложить и на украинскую сторону, в том числе, такую же самую беду. Они могут подорвать на Курской атомной какой-то не совсем важный блок, который быстро будет восстановлен. Вот это, об этом, кстати, и предупреждает тот же ГУР. О том, что есть подготовка к такого рода провокации. Такой себе Курский сахар, если кто-то помнит аналогию по рязанскому сахару, когда россияне подрывали свои же дома с людьми и для того, чтобы повесить это все на чеченцев. И повесили, в конце концов. То есть вот эта связка есть. Потому чего можно ждать по максимальную проблему, это то, что Запорожская атомная будет выведена из эксплуатации на определенное время. Но россияне постараются, чтобы надолго. То, что Курская атомная будет также
выведена на определенное время. Ну а если уж сильно, так сказать, россияне перестараются по Курской атомной, они действительно могут, это ж не такой процесс, особенно на Курской, там чуть другие реакторы, потому они могут переборщить, россияне вечно перебарщивают в этом смысле. Могут Курскую атомную полностью тоже вывести из строя. Пока будет Запорожская атомная восстанавливаться, столько времени будет и Курская. Там же у них еще и Смоленская рядом, недалеко, по крайней мере. Потому они ее могут вывести из строя, повесить это все на украинские войска или на украинскую разведку. Треба спробувати повісити, тому що мені здається, що вже світ не дуже тим сильно вірить, хоча світ це понятно відносно. Так, ні, діло в тому, що це ж не для міра, це для внутрішнього потреблення, це не для внешнього. Їм абсолютно, їм не інтересно внешнє мнення. Для внутрішнього, все, що росіяни делают, они делают 90-95% для внутреннего потребления, для этого российского стада, для того, чтобы показать какой-то негатив, еще раз повесить его на Украину, на украинские войска, на украинское руководство, на украинский народ, для того, чтобы можно было, так сказать, подвигнуть россиян на дальнейшее продолжение этого геноцида украинской нации. Продовжуємо працювати. І знаєте, що я хочу сказати? Що зараз от я ж відстежую чат в нашому онлайні, в нашому стрімі. Як тут, так би мовити, підгорає у так званих ботів, а особливо з такої російської спрямованості, це означає, що ми все робимо в правильному руслі. А от ті, хто хоче нас підтримати, друзі, поставте свої вподобайки до цього відео, для того, щоб потім більша кількість реальних людей теж подивилася його, або ще встигло долучитися до ефіру ось зараз в режимі онлайн. Спілкуємося із Романом Світаном, полковником запасу, льотчиком, інструктором, військовим експертом. Отже, Андрій, наш глядач, пише: в мережі нині шириться фото нашого танку «Челленджер» з мангалом над баштою. Що таке мангал? Поясню для усіх, хто не до кінця, можливо, знає. Мангал — це така наварена сітки, каркас, який би мав рятувати від, в нашому випадку, це від російських FPV-дронів і ще й від ланцетів також. Росіяни, коли вони тільки починали війну, вони теж наварювали так звані мангали для того, щоб захищатися від, наприклад, НЛО або джавелінів. Вони тоді казали, що це буде ефективний засіб. Ну, цей засіб абсолютно не спрацював проти ракет протитанкових, але от проти дронів, я так розумію, що це може бути ефективним. Так от, власне, Андрій питає, ми так сміялися ж з ворога, що вони такі девайси використовують, а тепер самі ними користуємося. Наскільки вони ефективні? Пане Романе. Ну і тут, до речі, на нас догін ще одне питання. Челенджери, якщо вони вже на фронті, це щось означає. Що? Челенджери на фронті, це значить, наше командування починає вводити частину стратегічних резервів на виконання бойових задач. А это значит, мы уже рядом по времени, по крайней мере, с такими прорывными действиями. То есть вводиться основные стратегические резервы будут уже тогда, когда будем идти на прорыв основных линий обороны. Это район Работино, мы же уже там первую со второй линии, с линии обеспечения работаем. И рядом с уже Старомыновкой, то есть уже с несколько дней работаем над выходом на заветное желание в районе Старомлыновки. А Старомлыновка – это уже основная линия обороны. А там как раз на прорыв пойдут уже танк, то есть мехколонны. Мы прошли практически везде, прошли в двух точках, по крайней мере, в двух направлениях минные поля российские. То есть дальше уже можно идти в составе мехгрупп с тяжелой техникой в том числе. Мангалы над челленджерами, неважно, над любыми танками, они выполняют определенную задачу только против легких беспилотников, тех же FPV, тех же ланцетов, но они абсолютно неэффективны против тяжелых ПТУРов, так называемых. Так вот, у нас ПТУРы, они заходят с башни. И удержать мангал заход, допустим, джавелина просто не может, не хватает расстояния. То есть джавелин пробивает, прожигает этот мангал и выполняет свою задачу. А мангалы на наших танках выполняют задачу как раз от защиты от дрона. Потому мы и насмехались над россиянами о том, что они просто не знали, что джавелины пробивают все эти моменты. И после того, как они это узнали,
Ну, уже ж мангалы никто срезать не будет, тем более у нас было еще и достаточное количество дронов. Вот от дронов, кстати, мангал защищает. Друзі, нагадую, що ми спілкуємося з Романом Світаном. Ви можете написати свої запитання. У нас ще є кілька хвилин, а саме 8, для того, щоб ми могли поспілкуватися до того окресленого часу, в якому ми працюємо. Так, питання від глядача може бути. Пане Роман, якщо ми не встигаємо до осені, то що, все зупиниться? Я тут, ну, тут дуже мало точності в цьому запитанні. Що не встигаємо і що зупиниться? Але що ми можемо встигнути до осені і що може зупинитися на той момент, коли почнуться осінні дощі? Стратегическая задача у нас – выход на Азовское побережье. Причем самое интересное, осенью эта стратегическая задача не остановится. Большие проблемы двигаться по Донецкому чернозему, когда идет дождь. Это просто какая-то такая гремучая смесь. Она засасывает любую тяжелую технику, сильно не подвигаешься. Потому как раз остановится движение какое-то, допустим, тяжелой техники по Донбассу, если оно будет на тот момент. Почему и большой вопрос по поводу того же луганского направления, сватовского и кременского. То есть дожди остановят все на Донбассе. Но дожди абсолютно не остановят движение по приазовским степям. Выход на Азовское побережье. Можно это выполнять и в дождливую погоду. Тем более первую часть мы пройдем и выйдем на дороги. Там несколько дорог, которые есть радиальные, особенно вот от Волновахи, допустим, от Черниговки на тот же Бердянск. То есть мы уже к этому времени, к дождям осенним, дойдем до этих дорог, то есть пересечем железную дорогу, там идет вдоль, ракадная, можно ее так назвать, от Волновахи, Волноваха, Черниговка, Токмак, параллельно линии фронта. Вот мы до нее сейчас 20-25 километров. Пересечем эту железную дорогу, значит, отрежем россиянам полностью по подвоз по железной дороге боеприпасов в сторону Токмака и в сторону Запорожского, Херсонского фронта. Они сейчас возят боеприпасы по этой железке даже с помощью, с прикрытием бронепоезда, который еще 100 лет назад использовался, Ленин на таких ездил в свое время. То есть вот используют бронепоезд для того, чтобы протаскивать составы с военной амуниции. Выйдем на эту железную дорогу и после этого уже будем доставать, по крайней мере, там несколько десятков километров будет уже останется до основной автомобильной дороги. То есть мы уже пересечем сухопутный, не пересечем, а возьмем под огневой контроль сухопутный коридор, весь сухопутный коридор. Это все будет до дождей. Ну а выход на Азовское побережье, дальше зачистка россиян даже в осенне-зимний период по приазовским степям возможно, без больших проблем, по крайней мере. Может быть, не на тяжелой технике, но на легкой технике. Россиянам будет очень тяжело, им сейчас тяжело 100 километров фронта держать. Это же полоса вдоль Азовского побережья. Допустим, после освобождения 20-30 километров останется там 50-70 по некоторым направлениям. Это будет очень сложный вариант. Я думаю, как только мы дойдем до траверза где-то Волновахи и Черниговки и Токмака, россияне будут сами уходить с запорожского направления. То есть они бросят запорожское направление. Удерживать его практически будет невозможно. Потому в этом году мы точно выйдем на запорожское направление. И если хватит сил и средств, то после форсирования Днепра зайдем в Крым, то есть зайдем в Армянск на перекоп, и в Северный Крым тоже можем зайти. Причем, опять же, дожди не сильно будут влиять как раз на горизонтальные поверхности. Там позволяет грунт двигаться и во время дождей. Я думаю, в этом году мы и зайдем в Крым, и дойдем до Азовского побережья. Ну а все остальное уже освобождение Крыма, особенно Горного, и освобождение Донбасса, это все уже на следующий год, на кампанию 2024 года. Пане Романе, на сам кінець запитання від мене, тому що ми так частенько журимо «Укроборонпром», наші взагалі оборонні відомства, підготовку до війни, виробництво зброї і багато-багато чого іншого. Втім, от якраз
нещодавному цьому матеріалі про морські дрони Sea Baby, так, від Служби безпеки України, СБУ відкрилося, розкрили ці деталі щодо виготовлення морських дронів. Кажуть, що виробництво мають глибоко-глибоко під землею. Тобто деякі процеси відбуваються, про які ми публічно не знаємо, але вони тривають. І тут, ну, тут напевно, треба похвалити, так? Ну вот дело в том, что вот кого похвалить? Похвалить Малюка можно, потому что этот бэбик, Малюк, да, в конце концов, если переводить, этот бэбик, он выполнен как раз на базе чистой СБУшной. То есть они внутри себя нашли резервы на своем финансировании, на своем бюджетировании. В очень быстрые сроки создали очень хороший аппарат и его уже и применили. А Укроборонпром тут, ну, честно сказать, вот тут на противовес Укроборонпрому и другим частным каким-то компаниям. То есть вот спецслужба подошла и выполнила боевую задачу. Но опять же, это внутреннее финансирование. То есть это то, что они оторвали от программ, финансирование, которое они оторвали от программ внутри самой службы и перебросили на производство этих беспилотников. Для того, чтобы службы, вот, а их у нас не одна, у нас таких, ну, где-то полдесятка точно служб, спецслужб имеется в виду, чтобы они могли очень быстро, не контача с Укроборонпромом, это очень это неповоротливая... Вы за децентрализацию, грубо кажучи. Да, однозначно, это 100%. И тогда, кстати, тогда можно говорить о какой-то конкуренции между... А вот когда есть конкуренция, тогда есть положительный эффект. И вот тогда, когда есть конкуренция, вот чем больше мы децентрализуем движение, тем больше будет результат. Вот посмотрите на этих малюков. Вот они показали себя очень хорошо. И такие же самые направления вот сейчас на выходе из других спецслужб. Потому вопрос к Укроборонпрому и вот всей этой централизации как таковой. Да дайте больше денег уже Малюку, он этих наштампует, этих малюков, и потопит весь Черноморский флот. Ну, это я так утрированно говорю. Ну, примерно в таком режиме надо работать. Ну, пане Романе, знаете, как там, 100 дней для нового керівництва Укроборонпрому, 100 днів ще не закінчилося, то чекаємо, принаймні там є якісь такі стримані оцінки щодо того, що у нас збільшується виробництво боєприпасів, ще чогось, мін і тому подібного. Ну, але коли ти виробляв, наприклад, один, то виробляти два – це теж удвічі збільшення. Ми не знаємо об'єктивно цих показників, але там, де треба похвалити, вочевидь, треба хвалити. І от сьогодні на цю похвалу точно заслуговує Служба безпеки України, судячи із ваших, зокрема, і слів, із того матеріалу, який CNN зняло, ну і з розуміння того, що Кримський міст під постійною загрозою саме завдяки роботі цієї служби. На цьому ми поставимо три крапки в нашому сьогоднішньому спілкуванні, але нагадую, що щосереди з першої до другої ми в ефірі Радіо НВ з Романом Світаном відповідаємо, друзі, на ваші запитання. Пане Романе, насамперед, дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру, і я дякую нашим шановним слухачам та глядачам за те, що ви долучилися до ефіру, за те, що ви активні. На сам кінець ще підтримайте цей стрім своїми вподобайками та підписками і коментарями на Радіо НВ. Мене ж звати Василь Пихньо. Кажу вам також дякую. До зустрічі вже завтра. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.